я хочу обратиться ко всем молодым или не молодым авторам, кто чувствует в себе силы написания песен, потому что я привлекаю для своих новых музыкальных ресурсов новые песни неизвестных авторов. Таким образом, я даю шанс и песне, и автору быть услышанным, что само по себе важно, потому что песни, они не пишутся для того, чтобы лежать на полке, они должны быть услышаны. Все, кто чувствует себе силы, присылайте мне песни. Имейл, пожалуйста, mitya@mityafomin.ru. Я получаю много музыкального материала, могу сказать честно, но не весь он выдерживает какой-то мой ценз, может кто-то другой бы смог исполнить эту песню, но какие-то песни я оставляю за собой право их оставлять и вступать уже с авторами в какие-то взрослые юридические отношения для того, чтобы песня была услышана. Я понимаю, как для молодых авторов важно быть услышанными.